Дорогие друзья, доброго времени суток. С вами Сергей Сергей, мой канал «Ритмы наших песен» и интернет-магазин Best Media Service. И сегодня я свое вещание начну с ответом на очень интересный вопрос, который пришел мне на электронный адрес. Суть вопроса такова. Можно ли подсоединить другие MIDI-устройства к синтезатору Yamaha PSR S770? Ответ, в общем-то, простой. Можно. И благодаря этой функции можно очень расширить применение данного инструмента, потому что можно из одного инструмента сделать целых два сольных инструмента. На одном будет звучать одна партия, на другом будет другая, с разными звуками. Вот здесь я сейчас подсоединил к синтезатору Yamaha PSR S770 MIDI-клавиатуру. По MIDI-каналу я их соединил, и теперь у меня получается два полноценных инструмента. На одном инструменте одни звуки, на другом другие. Все это, конечно, можно, всем этим можно управлять, конечно, из основного инструмента. Он является тон-генератором. Можно переключать звуки. Вот было электронное пианино. Теперь я подключу, скажем так, аккордеон. Возьму вот такой вот. Вот, в общем-то, вот такое незатейливое соединение позволяет очень расширить функционал. То есть буквально можно играть двум музыкантам свои разные партии. Это целый ансамбль. Один играет одну партию полноценно, другой – другую. И не обязательно иметь, скажем так, два дорогостоящих инструмента. Можно иметь один инструмент и подсоединить к нему еще более, скажем так, бюджетную либо клавиатуру, либо другой бюджетный синтезатор. Но опять же повторюсь, звуки будут, все это можно будет играть звуками из инструмента Yamaha PSR S770. Я сейчас попробую что-то изобразить, какую-нибудь простенькую мелодию. Вы посмотрите, как это в принципе применяется на практике. Ну а в конце ролика я сыграю на своем новом стиле мелодию из центрального телевидения Советского Союза «Прогноз погоды». С вами был Сергей Сергей, мой канал «Ритм наших песен» и интернет-магазин Best Media Service. Приятного вам прослушивания и берегите себя!